Всем привет! Сегодня распаковываем водонагреватель компании Enigma китайского производства и оцениваем комплектацию. А? Угадал? Инструкция внутри. Итак, есть инструкция, и она на русском языке. На передней панели тумблер включения-выключения, сразу индикация подключения к сети и нагрева тена. С другой стороны мы видим шкалу температуры. На передней панели очень удобно отслеживать количество горячей воды. Далее, здесь используются двойные стенки. Это очень важно, поскольку, во-первых, мы экономим электроэнергию, вода вскипела и поддерживается горячей двумя стенками. Намного лучше, чем с одной. И персонал или ваши гости, которые могут случайно до него дотронуться, не обожгутся. Это тоже важный момент. Все вышесказанные преимущества позволяют идеально использовать данный аппарат для шведских линий, линий раздач, везде, где люди будут сами себе разливать кипяток для чая. Благодаря нехитрой конструкции замка, крышки, посторонние люди не имеют доступа к кипятку. И принцип работы. Заливаем холодную воду, включаем оборудование, оно разогревается до заданной температуры, а затем автоматически переходит в постоянный режим подогрева.